Спите спокойно, автовладельцы. Ваш сон сегодня охраняет сержант Лапич. Застрелю! К стенке! Не убивай, мы люди! Для борьбы с паразитами рекомендуем препарат рижского завода аэрозоли дихлофос. Перестань, не валяй дурака! Сперва надо в воздух! Нет, очень прошу, воздух! Интересно, сколько нам за нее дадут? Как ты думаешь? 6 лет. Статья 85, часть 2 Уголовного кодекса. Ух, черт! Эй, проклятие! Дело дрянь. Капот. Капот, вылезай! Куда? Говорю, капот! А-а-а. Вылезай, оболтус! Ну, что ты не соображаешь, закрой капот! Вылезай, закрой! Сейчас, сейчас. Сдвинешься ты с места, наконец, или нет, а? Ну, не ломай дверь, болва! Выбирайся и закрой капот! Вылезай же, закрывай! Черт побери! Харя ленивая, гад! Порядок! Теперь лежи и не дергайся! Держись крепче! Табло! Включи табло! Опять поджила развалина. И гони монету. Краска будет тебе завтра. Ну. А? Совсем как новая. Прошу. А? Халтурщики. Я вам перекрашу. Я вам дам монету. Фирма Паникадила предпочитает не иметь дела с блюстителями порядка. Хе-хе-хе-хе!
такой? Не похож. Волос нет. Волос нет. А теперь? Он. Как живой. Он. Удобный телевизор. Сколько их было? Двое. Как выглядел второй? Какая у второго рожа? Я не успел заметить. Товарищ. Попросите, пожалуйста, лейтенанта. Товарищ. Погодите. Попросите лейтенанта Гиту. У него были волосы такие, колечками. Что-что? Колечками. Простите, товарищ майор, не смог выстрелить. Упустил, виноват. Спасибо, спасибо. Проводите его. До свидания. Пошли. Здравствуйте. 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 Прошу. Это же Кадило. Наш старый знакомый из Приречного района. Значит, теперь он перебрался к нам. Приходилось встречаться? Да. Он работает в небольших районных центрах. Но больше любит хутора. Кадило никогда не действует в одиночку. Украсть машину он может, а вот продать ее не сумеет. Значит, действует группа? Да. И группой руководит кто-то опытный. Да. Товарищ майор. Слушаю вас. Если позволите, у меня есть идея. Идея? Только тогда мне придется. Товарищ майор. Что? Что же делать, если все так неожиданно получилось? Ну, плащ положи себе на колени. Вот. Так удобно? Да, да. Путевка прекрасная. Сейчас мы едем в аэропорт, и вечером ты уже будешь в Ялте. Ой, страшно мне. Впервые в жизни на курорт. А кто же присмотрит за моей козочкой? Ты не печалься. Цела будет. Да.
Долгих лет автомобилю живо выучил меня, где-то клянчить сигарету, где-то спрашивать огня. А покуда жизнь решится от машины ключ вручить, не под силу будет радость, надо нервы подлечить. Ла-ла-ла-ла-ла. Будет радость, надо нервы подлечить. Ла-ла-ла-ла-ла. Здрасте. Простите, пожалуйста, вы будете гражданка Кнёппе? А что, может, скажете, не похоже? Ну что вы. Вот они. Начинайте. Гражданка Кнёппе, мы уполномочены сообщить вам, что ваш брат Кнёппе... Кнёппес. Кнёппес Адриан Адальбертович дарит вам свою персональную машину «Волга». Распишитесь, пожалуйста. Ну, ладно, хватит. Вы что, над одинокой и беззащитной женщиной посмеяться приехали? Гражданка, мы официальные лица. Мы не свататься к вам приехали. Отвечайте, будете расписываться или не будете? Не буду. Спятила. И не подумаю. Не подпишу, и все. Подпишет, 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 подпишет она. Подписывай. Ненормальная. Пиши. Сам вот ты ненормальный. Здесь. Здесь. Так, спасибо. Все. Пожалуйста, пожалуйста. У Кнёппехи Волга. Спасибо. До свидания. Счастливо, счастливо. До свидания, ребят. Хватит. Иду. Кошечка моя. У Кнёппехи Волга. Волга! Волга! Старухи машина! Подумать только, это ведьме, старому чучелу! Кнёппехи! Внимание! Бешенство!
Граждане, делайте прививки скоту. Ветинспекция. Куда лезешь? Пойдем и купим билеты на последний сеанс. Зачем ждать до вечера? Тут рядом? Рядом. О, привет, скотский врач. Гриедису за телка платить собираешься? Платить? Почему? Разве телок погиб в катастрофе? Страховая инспекция — это тебе не похоронная контора. А у тебя, доктор, пациенты дохнут быстрее, чем мы можем расплачиваться. Не твое дело. Для утоления жажды рекомендуем рижское темное пивзавода Алдарис. Девоньки, подвезу. До первой канавы. Я, цыпочка, не такой. А какой же петушок? Он первый открыватель. Отличный шоссейный штурман, лихой капитан. Девушки для него не развлечение, хобби. Железного лома стоит всего 20 рублей. Поэтому застрахуйте ваш автомобиль. Слушай, хозяйка, застраховать надо. Волга не коза, могут спереть. Вали-ка ты отсюда. Даю 20 тысяч наличными. Я работник торговли, мне можно только дарить. Кнёпиха, милая, подари. И 20 тысяч твои тут же. На-на-на-на-на, съешь.
домой, старый кобель. Лора, Лора, считай деньги. На этот раз перекрашивать не понадобится. Покупатель есть. Ну, как договорились. Чао. Слушай, слушай, кареглазка, как страдает песня по тебе. Пусть страдает, пусть поплачет, поздно вспомнила обо мне. Помни, помни, кареглазка, к свадьбе бродит пиво, зреет хмель. И пиво, что за диво, старикам усы мочить. Выйди, выйди, кареглазка, есть боровики в лесу глухом. Поздно, поздно, проказы черви съели те грибы. Будь моею, кареглазка, я посажу три дуба, я посажу три дуба, да. Будь со мной лесной проказник, будет у нас три сына, будет у нас три сына, да. Да-да-да-да-да, будет три сына, да-да-да-да-да, вы нянчишь ты, да-да-да-да-да, будет три сына, нет-нет-нет-нет-нет, вы нянчишь ты. Браво! Ты скажи мне, кареглазка, первенца, как стань называть? Станем звать красивым яном рожь, что утро зацветет. Ты скажи мне, кареглазка, как второго сына назовешь? Станем звать могучим антом, пусть повертит жернова. Ты скажи мне, кареглазка, третьего, как станем называть? Ну как? Как всегда, порядок. Будь со мной лесной проказник, будет у нас три сына, будет у нас три сына, да. Да-да-да-да-да, будет три сына, да-да-да-да-да, вы нянчишь ты, да-да-да-да-да, будет три сына, нет-нет-нет-нет-нет, вы нянчишь ты. Будет три сына, вы нянчишь ты. Будет три сына, нет-нет-нет-нет-нет, вы нянчишь ты, нет-нет-нет-нет-нет, вы нянчишь ты, да-да-да-да-да, вырастим мы. Браво! Браво! Молодцы! Браво! Лора! Какого она цвета? Я хочу, чтобы моя машина вся сверкала. И чтобы кружки были. Красные. На колпачках. Этого я обещать не могу. Мои агенты о таких мелочах не сообщают. Знаю только, что машина будет совершенно новая. С завода. Все автомобили выходят с завода. Лора. Идем танцевать. Зара, сколько вам лет? Какая разница, Лора? Я всегда любил женщин. Зара, как вам не стыдно? Кто там?
Гарри, это я, Сиэтенш. Ты что шляешься по ночам, людей пугаешь? Сиэтенш, что у тебя такой вид, словно голуби тебя на голову накапали. Опа, Кнёпушка. Машину заимела, и своих не узнаешь. А ты похорошела. Да ну тебя. Что тебе надо? Почему надо? Просто так шел мимо. Дай, думаю, заглянул. Да ну не ломай. Неужели ты всю жизнь хочешь прожить без мужчины? Неужели всю жизнь, а? Да уймись ты. И впрямь кобель. Едет. Я так и думала. Кошечка моя. Ах ты, распутница. Пропади ты пропадом со своей машиной. Людей бы постыдилась. А ты, кобель, в рабочее это время. Мопеды Рига-12 одинаково хороши как для туристических путешествий, так и для повседневных поездок. Живем, а сидим. Где сидим? 5 лет в тюрьме. Иди ты со своей тюрьмой! Но. То есть... Здравствуйте. Здрасте, хозяйка. Здравствуйте. Прививки против бешенства. Ветврач Спульгис Роза. Ассистент Адольф Кадила. Стой, не балуй. Паникодила никак вроде. Как вы сказали? А, нет, это я из Библии. Великолепная пара. Ну так что, начнем? Козочка, как будем колоть, с боли или без боли? А, да. Может, уважаемые доктора сперва молока выпьют? Это можно. Я думаю, вам надо хорошенько подкрепиться. Тогда и получится без боли. Сам бы я до этого не догадался. Ну, ладно. Рауна? Рауна?
Я Гауя. Я Гауя. Покупатели прибыли. Готовьте упаковку. Все. Крахобор. В этот раз берем все или ничего. Ставь на место. А ну помогите-ка. Да-да, я сам сбегаю. Хозяйка? Ну, входи, входи. А где хозяин? Ах, вон там, откуда его не вернешь. А кто же машину водить будет? В том-то и беда, что водить некому. Принеси дровишек. Да. Не надорвись, побереги себя. Бросай, быстро! Выпейте, доктора дорогие, подкрепитесь, легче колоть будет. Да, но зачем это? Зря хлопочете, столько вам расходов из-за нас. Что вы, что вы. О, вот это дело. Пардон. За бешенство. Опа! Чтоб легче кололось. Да. Чтобы все обошлось без последствий. Да. Ну, да. Да. Какого только на свете не бывает бешенства, вот у скота. Свое бешенство. Другой без моря не может. Третий от водки бесится. Или от любви. Да. Был тут у нас один случай мамаша, недавно. Мамаша, надо бы взглянуть, как там вода. Если закипела, пусть остынет. А то и козу ошпарим. Ну, а тогда и прививка не понадобится. Кончай жрать. Быстро отвяжи козу, пока я открываю. Идет. А? А! Ну, как? Машинка, что у президента. Да. Ну. Так. Мягкие кушетки. Да. Ну. Жужжит, как пчелка. Жужжит ты, жужжит, и не с места. А вот в том-то и беда. Завести я могу, а ездить не умею. Мамаша, а что, если я попробую ударить по железкам, а? Ударить, ударить. Стало быть, доктор и машину водить умеет. А, пустяки, я и не такое умею. Вот как. Куда, дурак? Отвяжи козу. Иди в баню. Через час, мамаша, вы у меня будете водить машину, как богиня. Рижский центральный универмаг предлагает ударные инструменты. Смотри, смотри. Кнёпихина машина. Подай ружье. Не пущу. Слышишь, ружье? Не пущу, я уже сказала. Я говорю, ружье. Ой, старый кобель. Ружье. Ну, смотрите. Вперед. Первая передача.
назад вторая. А вот эта штуковина? Спидометр. Километры считает. Вот сейчас мы едем, скорость 50 километров. А порезвее можно? Mm-hmm. А? Езда до смеха и до слез, чей-то хохот за спиной. Кто хохочет надо мной? Выжать скорость, ветром стать, все, что в жизни прозевали, наверстать, чей-то хохот за спиной. Ку-ку! Ку-ку! Эх, была бы у меня в молодости такая ладная машинка. Трубить тревожно, как судьба может там конец дороги. И труба в час последний для тебя. Трубы, трубы затрубят. Чулки фабрики «Аврора» сделают вас моложе как минимум на 10 лет. Болван, напрасно стараешься! Уйдут, не догонишь ты их все равно! Догоню! Трипло! Молчать! Все равно не догонишь. Догоню. А я говорю, не догонишь. Спульгис, дай мне теперь попробовать. Ну? Ну, ладно. Погоди, погоди, осторожно. Да, постой, да, собрал, постой, не спеши. Кареглазка, выйди, выйди, кареглазка. Лора! Я не понимаю. За собственные деньги столько ждать. Скоро будут, потерпи. Ну, что вы там ищете? Смотрите вперед. Да. Ну. Ну, я ведь смотрю. Ну. Тормоза, тормози, нажимай правую педаль. Почему правую? Поезд идет. Да, да. А что мне делать? Мама. Заключайте договор на страхование жизни. Человек без водительских прав – потенциальный преступник, мамаша. Да. Да, он убийца. Пустите меня за руль. Да. Ваши легкомыслия опасны для современников. Да, спусь. Так вы мне изуродуете мою машину. Ого. Да. Привет, девушки! Привет! Как дела? Привет, мужики! Здравствуйте! Покурим! Давай. Если у тебя элита, можно и закурить. Берите, берите, не стесняйтесь и жизнь заодно застрахуйте. Мы бессмертные. Нам страховка ни к чему. Да, Гня. Сейчас дам. На. Знаешь, как бывает? На. Идет человек по улице и вдруг трех
кирпич ему на голову. И конец бессмертию. Или другой пример. Стоишь спокойно у обочины, ничего не подозреваешь, и вдруг на тебя налетает автомобиль. Ой! Спасибо, милая. Мамаша, так мы с тобой на кладбище угодим. Да, я сама знаю, куда мы угодим. Дай руль. Спокойно, спокойно, потихоньку, тормози. Ну, ногу на тормоз, на тормоз. Теперь не выйдешь. Стрелять буду. У тебя нет патронов. Брось трепаться. Нет? А это что? А? Не валяй, дурака. А. Ты что, совсем ошалел? Скандал со стрельбой. Патронов у меня нет, да? Прошу тебя, успокойся. Я ему покажу, патронов нет. Не скандали. Он знает патронов. Да уймись ты, дура, не разошелся. Долго мне еще тут мерзнуть при температуре 18 градусов? Я не предполагала, что у брюнетов такая холодная кровь. Лора! Зеро. Зеро, тут 42 градуса. Моя машина едет. Моя машина едет. Лора. Едет. Слушай, что он делает? Он мне всю резину превратит в лохмотья. Вечером. Ладно, так и быть вечером. В бане. Куда он поехал? Куда же он поехал? Кнёпихин автомобиль. Чё ты дергаешься? Что, не понимаешь? Глухой? А, не слышишь? Что, не бум-бум? Не понимаешь? Никферштейн? Кнёпихо! Кнёпихо! Ах, не бум-бум! Вот! Вот! Зеро, очнись! Угоняют мой лимузин!
Зеро! Зеро, что же ты стоишь, как пень? Зеро, скажи мне, ты мужчина или нет? Не сомневайся. Как же ты позволил украсть мой лимузин? Лора, что тут происходит? Объясни мне. Идем. Куда идем? Лора, идем. Я не понимаю, почему мы должны идти пешком. Идем. И развалин. Гроб с музыкой. Эй, Сетинч! Твой драндулет ни к черту не годится. Как это не годится? Ну так не годится и все. Иди сам попробуй. Ну вот, ты будешь мне рассказывать. Черт. Отойди, пусти я сам. И кнёпиха, ты же не умеешь! Баня? Баня? Это финская баня. Опять она. Овладевайте мастерством вождения автомобилей в автомотоклубах.
Гиппиган. Бульгис, ответь, пожалуйста, почему ты от меня удрал? Что ж, по-твоему, ждать, пока он меня застрелит? Эх, плавник. Ах, покуда жизнь решится, от машины ключ ручит, не под силу будет радость, надо нервы подлечить. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. А ты хоть заметил, что нас фотографировали? Как фотографировали? А вас? Ну-ну, прямо? Ну да, да. И в профиль тоже. Лора, я чего-то не понимаю. Ты меня таскаешь, как глупого барашка, с одного места на другое. И все без толку. Даже коньяку выпить не пришлось. В баню ходят не пить, а мыться и укреплять нервишки. Если мы так долго покупаем машину, я хочу веселиться. Пусть будет оркестр, пусть будут девушки, выписывай хоть из Риги. Пусть будут песни, будут танцы, артисты, циркачи, акробаты. Большие бумажки надо иметь и много. Какой может быть разговор? Если я заказываю, значит, я и плачу. На! Ладно, Зера, жди девушек. Ты что, теперь со мной будешь делать? Ничего не сделаю. Иди домой. Как, а моя машина? Сломалась. Ой. Все вы, мужчины, одинаковы. Вам бы только на лужок, а потом в канаву. На, смотри. Нужен капитальный ремонт. Ой. Не смыслишь, не лезь. Спульгись. У меня есть рубль. Отвези домой. А? Убирайся отсюда! Сгинь с моих глаз! Считаю до трех. Раз, два, три! Завелась! Ах ты, молодчина, машинка моя! Порядок. Ульгис, поехали. Хозяйка, ну скажите мне на милость, ну чего вы от меня добиваетесь? Опять можно ехать. Умоляю вас, оставьте меня одного. Убейте, убирайте. Бери за руль, нажмем педаль, закроем дверьку. Эй, эй, эй! Послушай, Спульгис! Погоди, Спульгис! Пульгис! Слушай, Спульгис, вернись. Не надо, не подходи. Оставь глупые шутки. Я тебя сброшу в реку. Ну ладно. Эх, пропади ты пропадом. Поедем. Эй! 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 Остановись! Остановись! Ну, в чем дело? Слушай, подбрось меня домой. До этой? Ну да, до этой. А, не по пути. Слушай, вот у меня десятка осталась. Подбрось, а? Ладно, садись. Как говорили древние римляне, в здоровом теле здоровый дух. Ну, поехали.
Как только листья зашумят, как только листья зашумят, зеленые ладони, зеленые ладони, о чем послушай, говорят, о чем послушай, говорят, в лугах туманных коней, в лугах туманных коней. Как жили мы, так будем жить, покуда гром, 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 гром не грянет. Как только листья зашумят, как только листья зашумят, задумайся и крепко, задумайся и крепко, где юность хмель, там старость яд, где юность хмель, там старость яд, а жизни только щепка, а жизни только щепка. Как жили мы, как будем жить, покуда гром, 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 гром не грянет. То, что надо! Иди, иди, кому нужна твоя машина? Цела будет. Мы приехали. На чем? На моей вишневой Волге. Это он! Он. Лора, значит, он. Да. Ага. Зеро, будьте мужчиной, пригласите даму танцевать. А я выясню некоторые технические детали. Идите. Ох, милые мои, я ведь танцевать я не умею. Танцуем. Ничего, идите. Я вас мигом научу. Идемте, идемте. Спульгиш, что же придет? Не волнуйтесь. Придет, Спульгиш, придет. Потом. Когда потом? Ой, какой вы скользкий. Что это значит? Лора, бери машину вместе со старухой. Списываю две косых. Прибавь 500. Ну, хотя бы 400. Прибавь, Лора. Старуху я уберу. Где? Тут же. Ага, значит, кто-то сперва смывает грехи, а потом смывается сами. Ой. Ух, мамочка, мамочка, так и убиться можно. О, я быстро. Ну-ка, подержи и никому не давай. Не сожги пробки. Легче. Да? Ты эту старуху плохо знаешь. Слушай, Лора, а куда мы ее денем потом? Думай, старик, думай. Держи, бери скорее, горячо. А теперь холодного шампанского. Горячо. Что такое? Ну что, 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 откусить не можешь? Дай сюда, дай сюда, не пугайся. Я налью. Не это. Шашлык неплохой, но у нас лучше, из молоденьких барашков. У нас лучше, лучше. Так, теперь я дам тебе шампанского. Так, значит, мамочка. А теперь, чтобы вторая ножка не хромала. Да, ну, да, ну, да, гулять-то ну, гулять. Ну, гулять. Да, осторожнее, и чемодан, осторожненько. Ну-ну-ну, да-да-да. Что ж, за ваше райское путешествие. А что, надо ехать? Так Богу угодно. Да. Ну, за вашим.
Ну, пошли. С тобой? Ну, да. Прямо так? Нет. Вот так. Оп! Послушай, дальше я не могу. Почему? Не привыкла. Не болтай глупости. Подумаешь, не могу. Недотрога какая. Да. Идем туда. Куда? Там ничего страшного нет. Я же не боюсь. Ну, идем. Куда ты меня Погрейте тянешь? Старые кости. Ой, пусть эта девочка пойдет со мной. Я Куда? Не знаю, что Куда? Там ты делать. Что? Ей нельзя. Мамаша, она же в платье. Мама же, ну иди. Послушай, спульгись, ну как же. Ну. Ой, как там жарко. Там не так жарко. Ой, только ты не задерживай. Да, да. Ой. Конечно. Мамочка, что ты делаешь? Ты что, совсем ослепла? Тут так жарко, что глаза на лоб лезут. Сиди. На, держи. Сиди. Сиди. Держи. Ты не смотри на деньги. Сиди спокойно. Держи. Ой. Так. Ой-ой-ой. Ну, что? Жарко, что надо еще? Подложить. Постой, 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 постой. А то еще Зера ноги протянет. Он южанин, выдержит. Посмотри, как там старуха. На, иди, проверь. Вот. Что вот? Вот? Ну все, нет? Больше нет? Нет. Лора, я уже два дня жду. Где моя машина? Будет. Ну где? После ужина. Позвольте мне... Оставите вам яйца. А, яйца? Ставь сюда. Ладно, ладно, ладно. Ну, что там? Старуха жаропрочная. Черт бы ее побрал. Послушай. Давай ее в холодную воду. Холодную? Может, простудится. Правильно. А? Иди-ка сюда. Чего же в бане хорошо? А теперь пойдем туда. Ой, туда. Куда, куда? Ты меня туда, туда. Иди скорее закаляться. Иди, 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 иди. Да иди же, иди. Не бойся. Ну, говорят тебе, не бойся. Вот так. Вот. Так, 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 так. Хорошо. Так, так, так. Ой. Умница. Ну, куда ну, вы меня тащите? Иди, я иди. Не умею плавать, Тихо, я же сразу не утону. Не утонешь, не бойся, не утонешь. Садись и катись. Ну, а вдруг заноза воткнется? Ничего не воткнется. Ой! Я сейчас намылю. Ну, так, 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 так. Ну, а теперь ручки вперед. Вот видишь, и ничуть не страшно. Набери воздуху, ну. О, 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 эй, где моя жаропрочная старуха? Сгорели. Парни, смываемся. Подожди, я сейчас вернусь. Трой с дороги! Убирайся! О. Стоп! Мой светловолосый грех. Хотите, я вас покатаю в моей новенькой машине? А, ага. Может быть, на этот раз лучше в моей? Не возражаю. Главное, ну, чтобы нет. Мы были вместе. Да-да-да-да. Тогда прошу, прошу. Так же можно убить человека. Идем. Ой. Ah!
Чемоданчик, не потеряй. Погоди. И все-таки этот светловолосый грек мне очень нравится. На всю жизнь, моя кошечка. Нет. От машины ключ ключи, не под силу будет радость, надо нервы поберечь.